Ён цікавіцца гісторыяй і рускай паэзіяй, збірае цытаты вядомых людзей, адчувае пастаянную цягу да самапазнання і самаразвіцця. Гэта эрудзіраваны, дапытлівы і нягледзячы на ўсе перыпетыі лёсу, жыццярадасны 24-гадовы гамяльчанін Андрэй Антоненка, інвалід з дзяцінства. Няправільна прынятыя роды, як наступства дзіцячы цэрэбральны параліч, зрабілі яго жыццё штодзённай барацьбой, барацьбой за тое, каб быць такім, як усе, не адчуваючы абмежаванняў. Аднак, як гаворыцца, бяда не прыходзіць адна, і зараз Андрэй разам з мамой Тамарой Ивановной, якая на протягу всего життя является его надежной опорой и поддержкой, вымушены змагаться одразу с двумя тяжкими хворобами. Всю жизнь, как говорится, я за него боролась, все для него делала. Ну и мы как бы привыкли, жили, это наш уже как бы образ жизни. Но когда ему было 8 лет, он заболел вирусным гепатитом С. Заразили его при удалении зуба. Сначала мы не придали значения этому заболеванию, так как ничего про него не знали. Но с годами мы узнали много информации, узнали, что это очень коварная болезнь, ну и решили с ней бороться. Вирусны гепатыт С хвароба сапраўды каварная. Нездарма яго яшчэ называюць ласкавым забойцам. Як правіла, яна працякае бессімптомна. Людзі могуць гадамі хварэць, нават не ведаючы пра гэта. А вірус тым часам бязлітасна знішчае іх печань. Гэтыя жахлівыя медыцынскія факты, як і шматлікую іншую інфармацыю пра вірусны гепатыт С, намагучым Андрэй. Пра сваю хваробу хлопец ведае не горш за ўрачоў. Я не мог лечыць і избавіцца ад гэтага віруса з-за свайго асноўнага забалявання, з-за таго, што мне противопоказано стандартное лечение, и пришлось вот до сегодня, на протяжении 17 лет, с этим вирусом уживаться. До недавнего часу диагноз вирусный гепатит С для Андрея гучал как присуд. За хворобы ДЦП ему подходили только препараты, которые подтримливают печень, але не позбавляют организм от вируса. И только зараз у хлопца появилась надея на выздоровление. У США выпустили препараты, которые практически не имеют побочных эффектов, а выздоровление наступает у 97% выпадков. На жаль, эта вратовальная соломинка у грошовом эквиваленте для семьи Андрея неподъемная глыба. На сегодняшний день в Америке она стоит 85-90 тысяч. Долларов. Вот. Но еще есть аналоги этого препарата, которые выпускают в Индии, индийская компания, и в Египте. Оно, конечно, порядка дешевле, где-то может 18-20 тысяч долларов стоит. Но для нашей семьи эта сумма тоже как бы недоступна. На пенсию мать и сына такие дорогие курс лечения не потягнуть, тому семья Антоненко звертается до всех необъяковых людей с просьбой допомогчи им у этой непростой житевой ситуации. Перелечить ахвярование на лечение Антона вы можете на доброчинные рахунки, которые зараз бачите на своих экранах. Мне бы хотелось обратиться ко всем тем, кто может оказать помощь, кто может чем-то поддержать, чтобы я имел возможность жить полноценной здоровой жизнью. Я благодарю всех заранее. Всем спасибо. У барацьбе за выратаванне Андрэй шукае любыя магчымасці. Да прыкладу, каб пра яго праблему даведаліся і змаглі адгукнуцца больш людзей, ён стварыў спецыяльны сайт у інтэрнэце. Андрэй гатовы да таго, што не ўсё атрымліваецца адразу. Аднак яго галоўны жыццёвы дэвіз – ніколі не апускаць рукі і не здавацца. Зараз самая запаветная мара Андрэя – сабраць неабходную суму на лячэнне, а ў перспектыве ёсць ідэя – арганізаваць асацыяцыю хворых на гепатыт С, каб своим особистым прикладом натхнять инших на выздоровление. Люди должны понимать, что пока они живы, пока у них есть возможность что-то делать, они должны добиваться за свое счастье, за свое здоровье. Человек должен иметь позитивное мышление и ни секунду не сомневаться в том, что он выздоровеет. Сомнение – это уже почти поражение. Вероника Ворошилина, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».